Победителей Всероссийской олимпиады школьников по программированию наградили сегодня в Сенате парламента Казахстана. Памятные призы команде финалистов вручила Дариға Назарбаева. Олимпиада проходила дистанционно, школьникам не пришлось выезжать за рубеж. В ней принимали участие команды со всех стран СНГ. В финал вышли 204 команды. Чтобы выиграть, ученикам лицеев нужно было за 5 часов написать программу решения как можно большему количеству математических задач. Из 11 возможных казахстанские программисты осилили 9 заданий. Само место на Олимпиаде, конечно же, дает некоторый приоритет при поступлении. План – это, конечно же, поступить как можно более именитые, как можно более высококлассные университеты. Планируем поступать в университеты из десятки лучших в мире.